Всем привет, с вами Пиосепа, и мы начинаем последнее дополнение, точнее не последнее, там еще есть, но это нам это не важно. Последнее дополнение в Resident Evil 7, гибель Зои, или конец Зои, тут написано по-английски. Прошлый день прошли за Криса, дополнение про него, не герой, а сейчас вот про нового персонажа, брата Джейка по имени Джо Бейкер. И он как-то будет, наверное, спасать Зои после того, как Итан со своей женой Мией уехали. И как Итан спас свою жену. А Зою он не выбрал, не спас ее как-нибудь. Ну, кто помнит, тот помнит, как она погибла. Кстати, я еще заметил, там еще вертолеточка еще летает. На заднем плане, кто видит. Ладно, все, начинаем. Легкий, конечно. Пока легкий. Одну использовал. И одна осталась. Ничего. Глупо было надеяться на побег. Мы найдем кого-нибудь, кто поможет. Это мой дом. Очевидно, мое место здесь. Я пришлю помощь. Забудь. Тут некому будет помогать. Что за... У нас тут пострадавшая. Эй, какого хрена эти парни тут делают? Это точно она, Зои Бейкер. Она все еще жива. Сообщи в штаб. Ты сказал Зои? Сэр, вы здесь живете? Что с ней, черт возьми? Нам Зои! Нужна помощь, так что... Боже мой, что вы с ней сделали? Сэр? Стойте, стойте! Боже мой, Зои! Что они с тобой сделали? Послушай, мы хотим помочь. Ага. Так я тебе и поверил, парень. Вот скажи мне, кто приходит на помощь в боевом вертолете? Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Думаешь, я не знаю, кто вы такие? А еще эти монстры повсюду. Говори, откуда они взялись? Ты все неправильно понял. Ты не понимаешь! Это я не понимаю! Видишь ту девчонку? Посмотри! Это дочь моего брата. Моя племянница сейчас, а для нас есть семья. Это святое! И вы не посмеете убивать моих родных! Потому что я вам этого не позволю. Да ёб твою мать! Она заражена и умирает! И нам тоже пи***! Если мы живо не свалим отсюда, нахуй! Она еще жива, парень! Советую тебе что-нибудь предпринять, пока я не скормил тебя твоим друзьям снаружи! Ладно, ладно! Есть лекарство. Ты мне врешь! Да не вру я! Не вру! Мы хотели забрать ее и вылечить! А ты набросился и все, блядь, испортил! Они наверняка все еще ждут нас. Где? Они отнесли его в старую хижину, неподалеку отсюда.
Оно там. Клянусь. Так, окей. Так, окей, Джо, то есть за кого я играю, за брата деда Джека Беккера, то есть он по ошибке не то понял. Но мы спасем Зою. Конечно. Хоть какой-то племянник спасет дочь Джека Беккера. Ну и вы понимаете. Так, вот сразу сохранение. Сейчас будем сохраняться. Шашечки есть или что-нибудь на территории? Да, метеорит, что-то уже есть уже. Кулачок. О, да ну можно бить руками, прикольно. Да что, тренировка есть, это что такое? Как их убивать? Первое, толще у них, короче, голова мягкая. Понятно, понятно. Охота на выживание. И больше ничего. Подождите-ка, а это что там, кстати, было? А, думаю, казалось, что лос, типа лос Верминадос. Типа из четвертой части, но нет. Конечно же нет. Так, все, сохранились сейчас. Сейчас будем спасать Зою как-нибудь. По флешбекам показали, как это она там показывали, типа. Че, когда мы играли за Итана, он убрал там Вию и там все покое. Ну, понял, все, короче. Так, ого, тут комбинация даже есть, вот прикольно. Ну. Ого-го-го. Я не просто не то нажал. Опять не то. Да блин, блин, это же, наверное, из Криса военных. Так, лево, лево, лево. Так, право, лево, право, право. А, блин, опять перепутал. Опять перепутал. А сейчас научусь. Я, блин, опять неправильно прочитал. Право, лево, право, лево. Типа так. Птыщ! Честный бокс. Ну-ну. Все, идем на охоту. Сразу личинку. Что такое? Затем А, я понял. Так бы сказать, что можно объединять. Да, блокировать умеет. Это хорошо. Начинаем охоту. Типа. Да? Сокровища даже, если чего-то. Или чего? Ну, наверное, можно комбинировать. Да ладно, пи***р плесневелый. Я вас, уебков, голыми руками разорву. Хорош. Ты даже лучше, чем Крис. Хотя оба хороши, если честно, наверное. Даже стелсить можно. Вот это у него охотно. Умри, выблядок! Хорошо, молодец, научился драться. Понял вас. Кого чего? А, типа учат что ли нас, чтобы сделать себе, чтобы испугаться так. Что, блин? Боже, ну и дичь какая-то пошла. Прикольная. Ну, конечно, еще немножко хоррора. Что за? Господи боже! Блин, не получилось. Это так ложь пойдет.
Хорошо. Хорошо. Тыщ. А, мне нравится. Так даже экономнее же, да? Так, сейчас идем, наверное, назад и попробуем полечить Зою. Причем шприцом, если получится. Нет! 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 Что случилось? А, сохранится за счет. Нифига себе, зажженный крокодил даже есть. Джо-Джо. Отсылочка на... А, дом Джо, я показал с Джо-Джо. Отсылка на Джо-Джо, я думал. Бедный крокодил зараженный. Ай, ладно. Стой! Ладно. Только бы помогло. Да черт подери, почему оно не действует? Это ведь не полная доза. Этого мало. Ей нужна полная, чтобы вылечиться. На базе есть еще. Развяжи меня, я тебя провожу. Прошу! На какой базе? Надо унести Зою подальше отсюда. Нет! Надо двигаться дальше. Будто в фильме ужасов очутился. Все хорошо, Зои. Теперь все хорошо. Будь оно все проклято! Тот салага сказал, что они свои микстуры хранят на какой-то базе. И какого дьявола здесь делает эта стена? Похоже, кто-то оставил свет включенным. Это хорошо. Не переживай, Зои. Еще чуток осталось. Новая локация. Это лаг. Как же вы будете выживать, бедолаги? Да сколько можно? Не сейчас, крокодильчик! О, черт. О, еще одна кукла.
Быстрей. Вот так. Здесь ты в безопасности. Подожди меня тут. Принесу тебе что-нибудь, от чего полегчает. Ой. Охраняемся. Ну и поиграем еще 5 минут примерно. Да, ну вас. Как через этого крокодила... А, обходить. Вот же, вот. Для чего эти куклы нужны? Да ну вас. А я уже знаю, я уже застрелся уже. Хорошо. Это хорошо, что тут стелс появился. Для дуралей. И реально дуралей. Готов. Опять какой-то хрен взял. И почему-то, кстати, можно его использовать, и чё? Ну, я хочу скомбинировать. О. Ну-ка. Классно. Хорошо. Я-то не хочу сражаться с этими уродами. Именно такими вот. Без оружий. А то они такие прыгают. Ух ты. Теперь у меня хоть что-то есть теперь. Прицелиться, бросить. Я копью. А где копье, а? Не хочет. Жаль. Окей. Еще сохранение. Еще одно. Бабайка. Сохранимся. Сохранение зададем и посмотрим, что там есть. Угу. Колесный пароход? Черт, с вами не соскучишься, ребята. Ладно. Ты пошел прочь отсюда. Можно же игнорировать сейчас меня, а его. Да ну вас. Окей, давай. Подходи сюда. У тебя нет оружия, дуралей. Больше ты нас не потревожишь. Легко. Ну, конечно, не потревожит. Это как Немезис. Он же тоже не потревожит, да? Он же шоу встанет, я же знаю. Я же говорил! Что? О, да ладно! Лежи, где лежал! О, как раз уже хочу уже сохраниться сейчас. А, я думаю, можно как-то комбинировать, но пока нет. Сейчас будем заканчивать. Все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на колокольчик. С вами был Осипа. Всем пока.